чемпионат России, Борис Суперлига, квалификационный раунд, и встречаются команды «Зенит» Санкт-Петербург и «Газпром» Югра Сургут. Первый розыгрыш и первая атака Максима Костина приносит очко «Зениту». Владислав Бабкевич, белорусский легионер и диагональный команды «Зенит». Его подача, Родичев принимает, прием не слишком хороший. Руднев в атаке, но хорошая атака, среднюю диагональ. Красиков, неплохой прием, Руднев в атаке. Ошибается на блоке Максим Космин. Газпрома Югры. Гребенников, неплохой прием, Китич в атаке из второй зоны на одиночном блоке и забивает. Родичев. Хороший прием. Атака первым темпом в исполнении Шевлякова. Но на чеку Максим Космин. Титич. Отличный прием. Атака первым темпом в исполнении Ивана Яковлева. И 15 очков в активе у «Зенита». И мы помним, его предыдущая серия позволила, серия подач позволила оторваться «Зениту» вперед. Посмотрим, как будет на этот раз. Контратака у «Зенита». Титич. Не забивает, но без атаки. Команда «Газпром Югра». Вновь будет атака «Зенита». Вновь Титич. На этот раз хорошая передача. Быстрая, хорошая передача в четвертую зону. Вот теперь время блокировать. Но не получается. Не заблокировать, не сыграть в защите. Хорош в атаке. Владислав Бабкевич. 18-9. «Зенит» впереди. Укороченная, Слободенюк принимает, Руднев в атаке с задней линии и забивает, неплохой удар в линию. Родичев, хороший прием. Атака первым темпом в исполнении Алексеева не приносит результата. Руднев, мяч по-прежнему в игре. И первая результативная атака Александра Слободенюка. Гребенников. Хороший прием после сложной подачи. Атака в исполнении Максима Космина. На подаче Александр Слободенюк, недавно появившийся на площадке. Доигровщик команды «Газпром Югра». Вновь первым темпом не удается забить Ивану Яковлеву. И вновь. Но на этот раз вновь он в атаке. Но на этот раз хорошая атака. И 23 очко в активе у «Зенита». Андрей Титич. Хороший прием. Атака первым темпом Ивана Яковлева. И сетбол. А Руднев продолжает свою серию подач. На этот раз ошибка. Ошибка безусловная. Мяч очень-очень далеко улетает в аут. Родичев. Отличный прием. Атака первым темпом в исполнении Шевлякова. Она не достигает цели. Контратака Евгения Сиважелеза. Также мяч в игре. Несогласованно действует Жиганов и Шевляков. Атаки не получается у «Газпрома» игры. Слободенюк. Не слишком хороший прием. Самому атаковать на организованном блоке. И практически атака была заблокирована, но мяч перелетел на сторону «Зенита», и волейболисты из Петербурга были не готовы к этому. Вновь Сиважелес, на этот раз укороченная, вынужден был принимать Курбатов, не забивает Руднев, не забивает и Титич. А вот забивает Евгений Сиважелес, неожиданная атака из глубины площадки. Сиважелес. Отличный прием, этим пользуется Дмитрий Ковалев. Хорошая атака, неожиданная для соперника и его планер. Родичев. Отличный прием. И Ажиганов атакует с первой передачи. К этому не готовы ни блокирующие, ни защитники «Зенита». Шестое очко у «Газпром Югры». Он будет подавать. Его силовая подача оказалась слишком сложной для Андрея Титича. Он ошибается на приеме. Очередной эйс.
Вновь Жиганов, на этот раз укорочено. Гребенников к этому готов. Отличный прием. И первым темпом забивает Максим Коска. Сиважелес. Неплохой прием. Бабкевич в атаке с задней линии. Прекрасная атака между первой и второй зонами. Иван Яковлев. Укороченная подача. Слободенюк к этому готов. Но мяч был на стороне «Зенита». Космин не забил. Родичев. Родичев забивает. 14-19. Хозяева по-прежнему впереди. Сам Алексеев выполняет подачу. Сиважелес. Вновь фарим связующий. Гребенников. Отличный прием. Бабкевич на одиночном блоке. Удается сохранить защитникам Сургута мяч в игре. И вновь одиночный блок против Бабкевича. На этот раз он точен и силен. 21-15. А принимал Титич. Не слишком хороший прием. Сиважелес атаковать на тройном блоке мяч в игре. Раджаб. Гребенников хорош не только в защите, но и в игровой мудрости. Прекрасный эпизод. Ром-Югра. 17-22 счет. Так, к подаче готовится Дмитрий Шевляков. Сиважелес. Отличный прием. Яковлев атакует. И на этот раз забивают. В настоящий момент он играет на позиции доигровщика. Не слишком сильная подача, Слободенюк ее принимает. Руднев. Атака с задней линии. От рук Тихонова мяч влетает в аут. Стало быть, четвертое очко у «Газпрома Югры». 4-3. Сложная траектория после касания сетки. Рация не забивает. Контратака в исполнении Шевлякова. Но Сафонов к этому готов. Контратака заблокирована. 5-5. Нагаец эту подачу принимает. Руднев в атаке. Тихонов хорошо играет в защите. А в контратаке Александру Рация набирает очко и выводит «Зенит» вперед. 7-6. Дмитрий Шевляков и его планер будут принимать вдвоем «Зенитовцы». Отлично это делает Тимофей Тихонов. И в атаке Сафонов забивает и выводит «Зенит» вперед. Укороченная подача. Железняков легко ее принимает. Тихонов в атаке. Почти заблокирована эта атака, но только лишь почти. Мяч в игре. Хороши «Зенитовцы» в защите. Рация в атаке. Мяч по-прежнему в игре. Руднев. И от рук Сафонова мяч улетает в аут. Это центральный блокирующий «Зенита». А стало быть, очко достается сургутской команде. На этот раз силовая. Нагаец принимает. Первым темпом не удается забить Шевлякову. Слободенюк. Но Кривиченко хорош в защите. Тихонов также не забивает. Руднев из четвертой зоны не забивает. Рация из второй. Это диагональный «Зенита». Мяч по-прежнему у «Зенита». Снова рация, на этот раз на одиночном блоке. И он точен. Нагаец. Отличный прием нам демонстрирует. Атака первым темпом в исполнении Шевлякова. Это центральный блокирующий сургутской команды. К приему этой подачи «Зенитовцы» готовятся вдвоем. Тихонов и Кривиченко. Кривиченко. Отличный прием. Железняков в атаке из четвертой зоны. И 20-е очко у «Зенита». 20-15. Хорошая подача. С трудом удается оставить мяч в игре «Зенитовцам». И будет контратака у команды из Сургута. Мяч по-прежнему в игре. И вновь будет попытка контратаковать. На этот раз Руднев. А вот сейчас к этой атаке Железняков и Ананев готовы. И блокируют эту атаку. Повторяет комбинацию связующий «Зенита» Игорь Кобзарь. Свое взаимодействие с Ананевым. На этот раз все хорошо. И 22-е очко у «Зенита». Вновь подача Железнякова.
На этот раз в шестую зону Нагаев ее принимает. В атаке Слободенюк, и он хорош в этом действии, забивает и сокращает разрыв в счете 18-23, но «Зенит» по-прежнему впереди, впереди много. И посмотрим, как он выполнит свою подачу. Кратаев ее принял. А вот на блоке хороши зенитовцы. Сафонов ставит победную точку в этом матче. 25-18, и «Зенит» побеждает 3-0.